Друзья, мир вам! Приветствую каждого из вас. Хочу поделиться сегодня словом. Это послание к римлянам, 14 глава, 19 стих. Здесь апостол говорит, он говорит, и так будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Библия четко показывает, что это то, что нужно искать. Это не то, что лежит на поверхности. Очень часто в жизни происходят какие-то ситуации, которые мы не понимаем. Люди себя могут вести так, как мы этого не разделяем. Но он советует и рекомендует нам. Он говорит, давайте все-таки мы будем искать то, что служит миру. То есть мы в любой ситуации можем найти какое-то благо и помочь человеку найти для своей жизни к назиданию и помочь человеку, чтобы это послужило другим к назиданию также. Благословений вам во имя Иисуса. Аминь.